А ми зараз продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». І я рада представити вам нашого гостя. Це Валерій Самборський, виробник кави. І по сумісництву, можна так сказати, співавтор нашої нової рубрики. Співавтор і ініціатор. Доброго ранку, Валерій. Доброго ранку. Я сподіваюся, що вам зручно у нашій студії, тому що сьогодні вам така випала нагода представити наше спільне творіння, наше спільне дітище, це нашу нову рубрику. Але спочатку говорять, що кава – ранковий напій. Вона підбадьорює, надає сил і сприяє гарному настрою. А скажіть, які у вас стосунки із кавою, з цим напоєм? У мене дуже хороші стосунки з кавою. Я її дуже люблю. Надіюсь, що вона мене любить в своєму понимание любви, да? Ви любите посмакувати цей напой, випити його на ходу, чи, можливо, сісти і насолоджуватися ним, приділивши декілька хвилин свого дорогоцінного часу, якого завжди так не вистачає нікому. Ну, на самом деле, мені намного більше подобається, коли люди п'ють каву, да, в даному випадку вже от нашого виробництва, да, отримують від цього дуже велике наслаждення, тому що ну, я себе не мог до недавнего времени отнести к каким-то там кофеманам, гурманам и так далее. Вот буквально 2 года, как я активно употребляю кофе. А, ну, я его пил раньше, конечно, но, к сожалению, как-то у меня не сложилась вот до этого времени любовь с ним. Почему? Потому что, как-то вот чувствовал я определенный дискомфорт, да, потребление вот, кофе. Не, ну как мне нравится там аромат ее, да, то есть, ну как и всем людям, большинству людей, очень нравится запах кофейных зерен, да, вот аромат кофе, он тонизирует, даже его можно и не пить, а уже сам запах, он его, ну, достаточно тонизирует человека. Вот, ну, скажем так, уровень продукта в стране у нас, к сожалению, ну, не самого высокого качества, и поэтому во многих, ну, заведениях мы не можем выпить достойного уровня продукт, ну, кофе, да, и поэтому мы получаем такие негативные какие-то там, ну, ощущения от этого, да. Вот, когда мы искали в свое время там нишу для бизнеса, да, ну, чтобы заработать денег, то есть изначально у нас была такая идея, то есть мы обратили свой взгляд на кофейный рынок и проанализировав его, мы увидели, что, ну, две проблемы есть на нашем рынке, да. Первая – это очень большое потребление растворимого кофе. Чего? Так, це дуже зручно. Прийшов на роботу, без будь-яких засобів, треба мати тільки електрочайник або якийсь інший нагрівач води і залив водичкою, та й все гаразд. Так, це зручно, але це не зовсім вірно, мабуть так. Тому що ми орієнтуємося в своїх вкусових пристрастиях на Європу. Да? А в Европе потребление растворимого кофе, ну, по сравнению с нами, очень незначительное. Уже вот сегодня, да? Ну, понятно, да, что растворимый кофе – это уже сублимация из кофе, как из зерен. Поэтому он уже не такой натуральный. Ну, наверное, да. Вот как-то так. Поэтому вот я лично, ну, верю, и мне очень нравится эта идея, что мы, украинцы, ну, ничем не хуже, чем какие-то там, ну, не знаю, там, итальянцы, да, там, немцы или там французы, которые пьют хороший кофе, правильно? Вот, поэтому у нас появилась такая амбициозная цель в свое время сделать такой продукт, который, ну, был бы по качеству не хуже, чем в Европе, да, но в то же время, чтобы он по цене был доступен, вот, с оглядкой на наши экономические реалии. Ось так. Так почалася ваша нова професія – виробник кави. Так. І скажіть, будь ласка, які вимоги у вас до цього напою, як у виробника? Не тільки як у споживача, а як у людини, яка, власне, відповідає за новий продукт. Ну, во-первых, сырьё, да? Із чого робиться сам продукт, ну, кофе, да? Он не должен быть самым дешевым, который есть сегодня на рынке. Ну, чем, ну, там злоупотребляют многие производители вот, и в нашей стране сегодня. Мы берем, ну, одни из самых лучших кофейных зерен зеленых, обжариваем их уже здесь, у нас в Украине, на нашем производстве. И, ну, фасуем и, соответственно, уже продаем в рынок.
Скажіть, будь ласка, який результат ви отримали? І сподівалися, що ви отримаєте такий результат? Ну, на самом деле, нет. Почему? Потому что ту нишу, которую мы заняли, она настолько специфична для нашей страны, что ну, вот на сегодняшний день, кроме нас, в общем-то, систематично никто ее не представляет на кофейном рынке. Да? То есть мы выбрали направление восточного кофе. А почему восточного? Ну, здесь такая интересная история. Когда мы изучали кофейный рынок, то мы уже увидели, что он был очень сильно наполнен зерном, растворимым кофе, и, в общем-то, сложно было конкурировать там с такими производителями, как там Nestlé, там Якобс и так далее, да. Вот. Ну и мы в то же время увидели, что в Украине существует так называемый кофейный парадокс, да. Вот примерно 90% людей, кто употребляет кофе дома, ну, возможно, даже наши телезрители, практически у каждого есть дома турочка. То есть слово турочка, да, то есть это уже говорит о чем? О том, что что-то связано с Турцией, да? Вот. Ну и соответственно... Логично. Да, логично. И соответственно, что происходит? Люди берут турочку, то, что связано с Турцией, так, и сыпят туда кофе, который привезен из Италии. Ну, уже, да? Некоторая нестыковка. Да, возможно, где-то так. А в чем разница? Разница в том, что это в принципе неправильно. Почему? Потому что купажи, которые собираются вот в Италии, степень обжарки, помол, они не предназначены для турочки, да, то есть они предназначены для там кофейных машин, которые там паром выдувают, ну вот как делается эспрессо, итальянский вид кофе, да, то есть европейский его еще называют. А в турочке там есть своя специфика, то есть кофе должен быть очень-очень мелко помелен в пыль, да, то есть он определенной степени обжарки и, ну, и так далее, там много есть нюансов. Вот. И поэтому вот здесь существует этот кофейный парадокс. То есть 90% людей, у них есть турочка, они готовы и, в общем-то, варят в нем, но варят принципиально неправильный продукт. Ось так, не здогадуючись про це. Ну, да. Чому ви вирішили заговорити про каву з екрану? Ну, во-первых, у меня такая появилась возможность. Да. Вы решили выправить ситуацию. Да, ну, я решил воспользоваться, ну, я с помощью вас решил воспользоваться этой ситуацией, раз Бог мне дал такую возможность, да. Все-таки хотя бы, ну, обратить внимание людей на этот момент, потому что я знаю, что кофе это не просто как напиток для большинства людей. Кофе это, ну, скорее как стиль жизни, образ жизни, да. И, в общем-то, чем больше у нас будет знаний, тем, ну, легче нам и лучше мы будем, ну, как бы чувствовать себя. Да, і смачнішою буде, буде наша кава. Так. Ну що ж, шановні друзі, подивіться нашу нову рубрику «Кавовий ранок». Доброе утро, друзья! Сегодня вряд ли найдется хоть один кофеман, который бы ничего не знал об истории происхождения своего любимого напитка. Давайте приготовим вкусный кофе и вспомним несколько красивых эфиопских легенд, ведь именно Эфиопия является отправной точкой в истории нашего любимого напитка. Згідно першій легенді, історія кави починається з шейха Омара. Цей шейх був один із шанованих лікарів свого часу. Він вів дослідні роботи, виявляючи нові ліки. Таким чином в поле його зору потрапили плоди кавового дерева. Омар став призначати їх як засіб, що допомагає від головного болю і нетравлення шлунка. Впоследствии кофе стали употреблять не ради лечения, а ради удовольствия. А вот вторая легенда гласит, что первооткрывателем кофе был пастух Калдим.
Пастух дуже любив своїх кіз і завжди уважно стежив за їх здоров'ям і самопочуттям. І ось одного разу він помітив, що кози, поївши плодів кавового дерева, стають бадьоришими. Калдим вирішив наслідувати їх приклад і з'їв кілька зерен і листя. І хоча смак рослини йому не сподобався, Калдим відчув приплив сил. Повернувшись додому, пастух розповів про знахідку своїм близьким, а вони поділилися новиною зі своїми знайомими. Таким образом, історія о волшебних зернах дійшла до монахів-місіонерів, які були озадачені поиском средства, которое бы не позволяло им спать во время их длительных молитв. И монахи решили воспользоваться открытием колдыма и впоследствии начали готовить отвар из листьев и настой из кофейных зерен. Следующей ступенькой в распространении кофе стала Аравия. А саме Ємен, де в місті Моха вперше були культивовані плантації кави. А продавали каву під старою назвою міста Моко. Поскольку на протяжении нескольких веков Ємен был единственным поставщиком кофе в мире, местные жители очень ревностно его охраняли. И из страны разрешалось вывозить зерна только в засушенном виде, чтобы они не могли прорасти. Иногда удавалось вывести зеленые зерна из страны, и таким образом кофейные плантации появились в Голландии, Шри-Ланке и Индии. Ну что же, наш кофе готов. Угощайтесь и помните, что кофе – это не просто вкусный напиток, кофе – это стиль жизни. Ми продовжуємо програму «Новий день» на телеканалі «Миколай». У нас в гостях, нагадую, Валерій Самборський, виробник кави. Валерію, ви у рубриці заварили каву в турочці, а ми зараз її заваримо у за допомогою спеціального обладнання. Так, як зручно на роботі, правда? Так. На роботі не в кожного є турочка. І на роботі не в кожного є, і вдома не кожен готов турочкою, в общем-то, вже зараз пользуется. Темп жизни растет, люди спешат, поэтому, и плюс еще интересный момент в том, что турочка, вот мы видели, да, это классика, то есть она появилась очень много там, наверное, уже сотен лет назад примерно, 300-400 даже примерно, а вот это, аппарат, это уже является эволюция турочки, вот вы сейчас можете посмотреть, это как, да, там человек из обезьяны стал человеком, а наша турочка стала вот таким аппаратом, то есть, прошло 500 лет. Ну що ж, Валерію, прошу. Прошу. Так, у нас ми робимо в нашій, Валерій заварює каву, а я в цей час буду говорити, що ми робимо невеличку паузу і насолоджуємося виробництвом, маленьким виробництвом і тим, що і його результатом, так? Отже, ви сказали, як правильно заварювати, говорили про заварювання. Розкажіть, як неправильно заварювати цей напій? Є якісь помилки, яких можна припуститися в буденному житті, але яких краще все ж таки не припускатися. По моїм життєвим наблюдінням, саме неправильне, що люди роблять з кофе, це вони просто заливають його водою. Так, є навіть спеціальне названня цьому способу, називається він кофе по-польськи. Ну, вроді би як поляки придумали залити просто кофе водою, постояти, воно... Вроде как запарилось, да, и можно его пить. На самом деле... Это выходит не кава, а справді воно. Ну, десь так, да. Почему это неправильно? А справді, чому це неправильно? Все одно кавовий смак залишається, гаряча водичка залишається. Потому что кофе на самом деле очень полезный напиток. Вот в кофейном зерне антиоксидантов очень-очень много, гораздо больше, чем, допустим, даже там вот этих знаменитых там раскрученных там ягодах, там всяких разных, да, там асаи и так далее. Мало кто об этом знает. Поэтому, когда мы правильно приготовили кофе, сварили его, да, зерно нам отдаст то, что в нем польза есть, какая польза в нем есть, и мы получим тот максимальный эффект, который, ну, мы ждем от кофе, да, ну, плюс вкус, да. А когда мы просто заварили его, запарили водой, там практически нет вкуса кофейного, он не открывается, да, ну и, соответственно, мы не получаем той пользы, которая есть в зерне. То есть это первый момент. То есть единственное, ну, скажем так, что оправдывает этот способ приготовления, это то, что это делается быстро.
Но с другой стороны, если это мы говорим о каких-то офисных помещениях, если мы говорим ну, о людях, в принципе, даже ну, там дома, у которых есть возможность там, позволить себе там, приобрести, допустим, вот такого плана кофеаппарат. То есть этот кофеаппарат, допустим, делает кофе за одну минуту. Ну, я думаю, что минута есть еще у каждого в этой жизни, да. Но зато он за минуту сделает совершенно правильный кофе, не пережжет его, что делается на огне. То есть турочка, вот в чем еще нюансы употребления, вернее, заваривания кофе в турочке, да. Люди ее ставят на огонь. Это категорически нельзя делать. Почему? Потому что варить кофе на огне в турочке, это ну, просто убийство напитка, да. То есть он его моментально будет сжигать. А если уже... Залякало прямо. Да, а если уже нет другого, ну, там, варианта, как его приготовить, но хочется именно в турочке, да, тогда надо ставить его на очень-очень-очень медленный маленький огонь. Да, это у вас займет примерно 10, ну, наверное, минут, пока он приготовится. Но зато это будет тот напиток, который, ну, вот мы ожидаем получить. Варто споживати. Да, совершенно верно. Саме про це... І ще багато чого ви будете розповідати у рубриці «Кавовий ранок» в ефірі телеканалу «Миколаєва» в програмі «Новий день». Да. Про що ви будете розповідати? У нас дуже наполеоновські плани. От я навчусь вже бути телеведучим, мабуть, да, з часом. Обов'язково. Да, у нас дуже, скажімо так, в планах розказати об історії кофе. Вона працює, так. Рассказать про историю кофе, рассказать о рынке кофе, рассказать, какой кофе хороший, какой нехороший, как правильно его употреблять, как неправильно употреблять. Ну, в общем-то, все, что касательно кофе, мы постараемся там в наших небольших коротких рубриках это рассказать. По крайней мере, конечно, мы всех нюансов не сможем раскрыть, но в целом понимание вещей, я думаю, у любого, у каждого оно ну, останется. Дякую вам. У нас наш напій вже да. готовий. Ми можемо його прямо зараз вже і куштувати? Що можна і що варто думати, коли споживаєш каву? Коли зупинився на бігу і ось так посеред робочого дня знайшов хвилинку, щоб випити ось цей маленький кухник. Я скажу так, от я коли п'ю этот кофе, от в даному случае от уже наш кофе, да, я отак от беру чашечку, беру її так, делаю глоток і думаю, і пусть весь мир подождет. Примерно так. Потому что кофе это изобретение восточное, оно пришло к нам из Африки, да, развитие свое максимально получило на востоке, в Турции, а на востоке никто никуда не спешит. То есть люди там по чуть-чуть по-другому смотрят на жизнь, они ее воспринимают, ну, наверное, правильнее, да. Поэтому кофе нельзя пить в спешке, никогда. И думать, конечно же, о чем-то хорошем. Тогда ваша кава даст вам максимально пользы и того хорошего, чего вы от нее ожидаете. Нові рубрики, новий зміст, новий напій, а також подарунки від нашого гостя. Все це у наших наступних програмах. А зараз, знаєте, про що я подумала? Ось до такого гарного напою варто б, мабуть, знайти декілька хвилин ось у цьому буденному житті і почитати, взяти до рук хорошу книжку і почитати її, правда? Правда.